It's Bashy time! It's Bashy time.
Bashy Time. It's Bashy Time. Так, не пугайся. Решил немного с пека-пека комментами. Ну, на самом деле, не особо пригорает, так что ничего не жди. Просто не понимаю, как это пройти. Да-да, не горело, конечно. Все видели. Я Kirby Adventures толком не играл. Один раз запускал. Ух ты ж, почти. Так, пару уровней прошел. Уже вот буквально в 2013 году. А так вообще в детстве не попадалось. Не-не, сейчас не хочу, ну ты же знаешь. Сейчас в любой момент, может быть, выключу микрофон. А если ты про вообще, то, ну... Просто, понимаешь, когда я онлайн делаю стрим, я как бы делаю номер, а игру не сначала проходить я не хочу. Да я так и делаю, я думаю, не знаю. Я не могу просто пока. Я вначале думал, что в Кирби надо, чтобы он меня съел, и после этого что-то делать уже как бы управлять. Что тогда? Ой, Хгоп. Хгоп. Ой, а ой, хэгоп-то помогло. Что делать? Лол, что делать? Я не хочу вниз прыгать. Где я нахожусь-то? А-а-а. Fuck yeah. Зажёвано.
За... Мне нравится там... Да понятно, понятно. Вот эти вот эмоции, которые там написаны, иногда так точно передают то, что я хочу сказать. Да ладно. Да. А... Что делать-то, лол? А. О, что-то мне это не нравится. Ну и правильно. Воу, что у меня перестало получаться-то? Второй прыжок сохранить? В смысле сохранить? Да я же когда точку приземляюсь, он сбрасывается или нет? Да не. А, ну я понял. Или нет? Ну, так правильно, да? Надо вначале ее сломать, а потом уже... Как нет? Ну, мне кажется, да. Ой, что я делаю? Тут по-другому не получится, лол. Я тебе говорил проще. Когда я тебе такое говорил? Не, зачем мне второй прыжок сохранять? Это бред. Да не, мне кажется, не надо его сохранять, потому что это нереально. Ты просто троллишь и все. Хочешь, чтобы помучился. Что без этого можно пройти? Не, ну конечно, я не знаю, что там выше, но мне кажется, это бред про сохранение второго прыжка. Ну, если я увижу, что там что-то, то тогда поверю. Да что ж делать-то с этим? Да что за... It's Bashi time.
Да почти. Не, ну если ты так проходил, не значит, что все так надо проходить, да? Должны так проходить. Вот ты сохранила, я по другим способам. Ты же не видел, как другие проходят? Может, другие никто не сохраняет, только ты один. К тому же, я вообще-то не вижу смысла во втором прыжке. Не, я там выключу. И что, ты хочешь сказать, я там не смогу пройти без второго прыжка? Тьфу. Просто, ну, сложно, но второй прыжок там вообще, по-моему, ни при чем. Ну, я её тоже выкручу, и что ты думаешь? Думаешь, я буду играть до победного? Нет, я никакой челлендж не брал. Могу вообще выключить игру и больше никогда не включает. Ну не знаю, я не видел ни одного человека, который бы играл больше спокойно. И для чего здесь второй прыжок? Скажи мне, для чего здесь второй прыжок? Здесь не нужен второй прыжок. Вот эта вот тучка большая, на нее если встать, она куда поедет? А просто... Не, понимаешь, ты вроде бы говоришь, что нужен второй прыжок, говоришь, сохрани. А как это сделать, ты не говоришь. И ты, и что, и зачем это ты сказал? Что влево к шипу, я не понял. Лол, you died. Лол, you died. Не успел умереть, не засчитано. Влево к шипу поедет. Ну не знаю тогда. Да не туда. Затралина. Норм, норм.
Ну молодца, разработчики, ну затравили. Так а я что, не сохраняю второй прыжок, что ли? Я ж только один раз прыгаю. Раз, и все. О чем ты говоришь-то? Я не понимаю, о чем ты говоришь, я же один раз только прыгаю. Что нет? Смотри, раз, все, я держу кнопку, не отпускаю. И больше там я нигде не нажимаю, вообще не отпускаю даже. А как тогда? Лол, а как тогда? Так еще прикол в том, что если я, допустим, вот я сейчас только что допрыгнул, да? Но если я просто допрыгну и буду, ну я же, чтобы допрыгнуть, я нажимаю коротко кнопку, нажимаю, отпускаю, но чтобы он не сильно прыгнул. И так потом, чтобы он не допрыгнет такими маленькими прыжками, а чтобы прыгнул большими, мне придется нажать. А что, если я нажму, это будет второй прыжок. Не, ну если это какой-то, тут нужен, ну, тупо чит, там, типа, не знаю, нажать что-то, да, то говори сразу. А если просто как-то там микро прыгнуть по-хитрому, то, в принципе, попробую. Может от нижней отпрыгнуть надо? Не, мне кажется, нереально. Хотя, блин, в Гоше все реально. А, не, не хватает скилла прыжка. Значит, не то. Ну там еще тучка меня смущает, это полупрозрачная. Ну я сейчас это расходовал, да? Я не знаю, что за игра ВВВ. Или ВВВВВ. В общем, В. Не знаю, что за ВВ. В значит Вендетта. Я других В не знаю. Thank you.
Ну, немного мне это дало, честно. Так я не пойму, стоп, у меня остается прыжок или нет, что-то я туплю. А, нет, не остается. Все, понял. Видишь, догадался все-таки. Ну видишь, сделал уже пару раз, в принципе норм, не особо сложно. Вот это меня немножко шипы убивают. Fuck yeah. Это что, это меня убивает? Нет? Это что такое? Это что такое? Это туча? Нет, не верю. А, убивать надо? Не, я это не пройду. Забей, я это не пройду. Да что с этим делать, лол? Вряд ли я это пройду, я тебе сразу говорю. Выглядит нереально для меня. Чё, есть сейф-зона какая-то? Нет, это очень надо долго микрить. Очень-очень долго. Тем более от молнии вообще непонятно, как уходить. Они тупо рандомно бьют. Тупо рандомно. Попал, не попал. Просто от меня ничего не зависит. Просто я иду вперед. Убил, не убил, и все. Да какого убивать? Они меня убивают. Нет, этого невозможно уйти. Мне просто не везет, и все. Что за днище? Нет, тут... Нет, смотри. Тут двояко. Я знаю, что любая случайность — это непознанная закономерность. Но, однако, это лишь такая интересная теория, да? Но на самом деле рандом существует.
В том числе в играх. Ну, если захочет, разработчик сделает. То есть, я говорю, а что сложного сделать рандом, лол? Что сложного сделать рандом? Вообще ничего. А что там написано рядом с жизнями? Я не пойму. Ракко? Нет. Биако, что ли? Что там написано? Это... Не, ну короче, ты не надейся, что я сегодня это пройду. Не, убрать счетчик это плохо, мне он нравится. Я знаю степень данности. Ну блин, долго убирать. Краку! Краку! Чё спалил? В каком смысле? Не знаю, что там спалил. Чё ливаем? Чё ты спалил? Я не понял. Чё, слушай, что-то не так? Сразу говорю. А чё смысла его дамажить нету вообще сейчас? В смысле, ты о чем? Нет, не все норм. Блин, сейчас опять реклама со звуком пойдет. Как же он раздражает. Почему плеер вообще сам запускается? Че за бред? Не знаю, что-то спалил, на кибергейме все нормально. А, ну понятно. Привет, Анюта. Так. Ну ты просто сказал непонятно. Я не понял, что ты имеешь в виду. Нет, сразу говорю, я не буду 4 часа проходить этого босса, как ты Марио проходил. Сейчас мне надоест и все. Да уйди ты со своим лазером. Ой, этим молнией своей, точнее. Да что у тебя? Что это за мини-Кирби или кого он пускает? От этого как уйти, лол? Не, я не буду проходить босса. Здесь просто сижу, ничего не делаю. Как от этих звезд уйти, я не понял, вот которые крутятся. А-а-а. Да я понял, что это мини-босс, Тор. Там же были телепорты где, там было понятно, что здесь есть мини-босс. Там мини-босс один, потом босс 2 идет.
Но я сразу понял, что тут будет мини-босс. Они же сами спарились. К тому же я вижу, что полоска жизни странная. Вот здесь мне объясни, есть сейф-зона? Или нет? По-моему, есть где-то в центре экрана. Есть я на ютубе. У меня на стриме, там, на СК2 есть все контакты. Ну, я там, в принципе, выкладываю не только воды, поэтому... В принципе... Нельзя сказать, что чем-то интересен канал. Ну, я понял, что где-то в центре экрана там вроде есть такое место. А, я опять забыл про эту молнию его. Не, просто прикол не в том, что... Как бы от этих его ударов уходить. Ну, сейчас это можно ловчиться. Прикол в том, что я вообще не наношу ему урона. Это что за лол? Ну и сколько я ему потратил? И все, и после этого я ему вообще ничего не трачу за все время. А зачем спамить очень, если можно просто выжить? Ну хорошо, на, и что? У меня что, на СК2 нет ссылки на канал? Да не может быть. Сейчас посмотрим. Нету. Сейчас. Ну, собственно, все просто. Создал в 92. Так. Надо будет потом. А, я перепутал кнопку стрельбы. В смысле, да ладно, его убивать не обязательно? Серьезно? Да что-то я немного туплю. Ну ладно, не немного. Ну а ты будешь 3 фазы пережить? Нет. Иногда проще 10 фаз пройти. Ты же не видел, со скольки фаз я убил этого Китти? В общем, на этом я сразу говорю, я застрял. Я здесь еще смертей 500 потрачу. Это будет даже хуже, чем ты Марио этого проходил. Нет, я видел только один стрим по Марио у тебя. Да как вот эти звезды-то обходить? Да. Давненько, значит, ты не стримил больше. Ты, по-моему, больше стримил в перерыве, когда 4-ю финалку забил.
Да ладно, не, меня не припекает, ну просто... Просто я понимаю, что я вот в это буду долго играть, но я в это не буду долго играть, потому что мне терпения не хватит, и я выключу. И все, на этом закончится. Да что ты будешь делать? Сама удача, как в Лунаре там было, удача не забудь про меня. Вот мне бы сейчас удача не помешала. Да тут не удача, тут просто крабство, так что вообще. Да там, по-моему, нет такой зоны. Да что это, лол? А вот и удача сейчас только что была. Да. Не крапи будет удача? Хороший совет. И, кстати, Тор, ты бред говоришь про то, что за три фазы его убить можно. Ты смотри, я за одну фазу потратил, наверное, 1/12. Чего вдруг оно будет тратиться быстро? Оно тратится всегда одинаково, у меня оружие сильнее не становится. О чем ты вообще? Ну не, не очень. А, ну это уже конец. Сосредоточиться? Нет, я смотрел 4 часа сейчас больше у Тора, и я не могу сосредоточиться. Чего стоять? Помни, что одну часть так нужно стоять, а потом по-другому. Смысл сообщения вообще где-то там. В Соника, конечно, очень-очень много. У меня картриджи все есть. Ну, кроме пинбола. Да, дыр изучил. А, лол. Ну, если это не про того Соника, который тут где-то в Боше якобы есть. Не, в пинбол я играл на эмуляторе, но что-то не очень. Ну все-таки спин-офф он есть спин-офф. Хорошо, что писать можешь. Мне кажется, вот эта вот белая кучка, я не знаю, как это назвать, холмик,
Это и есть сейф-зона, только по ней надо в определенные точки вставать. Запомнить какие. Я же так понимаю, он не рандомно ставит эти свои звезды, а вполне конкретно. То есть нужно просто определенные точки запомнить и все. Так. В центре. Теперь с краю. Потом, по-моему, опять в центре, да? Но в итоге, если я сейчас эти точки нормально запомню, то вроде бы босс легкий. Лол. Ну-ка, в центре, с краю. В центре. Краю, в центре. Лол, что-то. А, я забыл про эту. Эту не очень. Клешки болят. А знаешь, почему клешни болят? А потому что ты играл. Клавиатуры. Клавиатура это такое не очень для игры. Не, ну в Call of Duty может еще нормально играть, но... В Боше. Да что это? Слишком жадничаю, надо поменьше в него стрелять. А вот звезды все-таки рандомно, да, по-моему, падают? Опа. Чё-то он срандомил. У меня вопрос, как вот эту фазу, когда он бьет одной молнией, как ее пройти, когда он второй раз вот начинает уже. Да что это? Надо там тоже запомнить точку, где эта молния бьет. Да почему он становится невидимым, но при этом меня бьет? Макс, то есть все? Да ладно. То есть это то, что он невидимо становится, то есть я уже все, больше не могу потратить у него за одну эту фазу. Надеюсь, то же самое. Боишься думать, чтобы сесть играть в Боше? Да ладно, милая же игра.
А, стоп, подожди. Забыл. Как от этого уйти правильно? Не понимаю. Как от этого уйти? Зад-вперед бегать или что? Босс разгадан? Ну, нет, не до конца. Я все-таки не понимаю, как от этой молнии уйти. Ну, вначале понятно. Какие нервы? Илоновые? Не знаю такого материала, Илон. Или свойства. Тора, тот момент, который ты говорил, очень сложный. То есть он уже после босса, что ли, это? Как от этого уйти? Не, я вот не понимаю, как уйти от этого, от этой молнии во второй раз. В тот раз мне просто повезло на рандоме. Что-то я не то делаю. Плохо, что тут паузы нету. Ну-ка, сейчас я дождусь этой фазы. Или просто начну заново. Попробую посчитать секунду, через сколько бьет. Раз, два. Через две секунды, что ли? Раз, два. Нет. Хочу попробовать уйти по-другому. То есть так, как будет на второй фазе. Нет смысла бежать до этой кучки. Не, я не понимаю. А, стоп. На глаз же можно смотреть. Он медленнее разворачивается. Глаз медленнее разворачивается, чем я бегу. Ну, правда, это может не сильно помочь, но, тем не менее, хотя бы понятно. Я думал вообще, ну как понять, ну рандомно же бьет тупо в меня всегда. И вот это вот, когда много молний, тоже что-то у меня вот через раз получается. Крабить буду, а что делать-то? Да как же вот, я не знаю, как это тоже пройти. Видишь, даже тут через раз получается, так что шанс, что у меня все одновременно получится три раза,
Ну, я бы не стал ставить ставки на меня. Вот эти, конечно, легкие, и звезды теперь эти легкие тоже. И падающие звезды, в принципе, тоже. Вот именно молнии убивают всегда. И музыка прикольная. О, это что-то я затупил. Зря, зачем я прыгнул вообще? О, зажали. Надо где-то в другом месте стоять. Да, в центре вроде молния меньше разлетается. Тем самым легче пройти. А-а-а, как это? Ну все, звезды вроде эти не карают больше. Да как, ну... Пока я не научусь эти множество лазеров проходить стабильно, ну хотя бы 90% случаев, ничего не будет. Одиночный, по-моему, и то чаще получается, чем вот эти. Да лол. А, что-то я задумался. Три игры вышли сегодня? Ну ты делаешь, потому что слишком мало. Ты делаешь Platformers Day, говоришь, что это Platformers Day. На самом деле Platformers 2 часа у тебя. Ну или сколько там, 4 часа. А нужен Platformers в сутки. Ой-ой-ой, вот это был фейл, вот это был фейл. О-о-о. Как можно было так сложать? Ну я понял, впрочем, от этого лазера как уходить. Походу фигня вопрос вообще. А вот от этого уже сложнее. Смерти хочу, ну... стримы хочу.
Да ладно, ну... Короче, я пройду сейчас этого босса, так или иначе. Как ни странно, вначале мне показался вообще настолько сложным, что жесть просто. Сейчас я пока временно отключу микрофон. Ну ездишь, ну все. Да ладно, а где сохранение? А есть идея? Ну, вроде норм. Как меня радуют такие моменты. Да я понял. Что-то это непросто. Ah.
почти же, ну. Да. На финишной прямой перед чем? Уже босс, что ли? Так, и каким образом? Лол, you died, понятно. Сейчас, секунду. Странно, хотел настроить горячую клавишу на включение микрофона, но почему-то она не работает, когда окно ABS не активно. Да что-то шить-то вообще ни о чем в плане подгораемости. Но пока что. Пока что смешно.
Ну и что, что босс? Я не буду проходить босса. Ты что, думаешь, я босса буду проходить? Нет. Зачем? Чтоб ты смотрел, говорил то, что ты его прошел с первого раза, а я одна. Мне имя Рю ни о чем не говорит, сразу говорю. Так что вообще я. Ну видишь, любишь обижать все. Мне как-то не особо это надо. Нет, ты ошибаешься. Да что за... А как вообще... Лол, там же пружина снизу. А тучку убивает, естественно, да? Внизу. Скажи сразу, слева от пружины тучку убивает? Чтобы я не просто не тестировал это. Да это нахрен нереально. А почему один шип такой блестящий? Чем модный, что ли? В смысле, два прыжка? Ну, я заметил. Надо было смотреть, сколько у меня было смертей, когда я пришел к этому моменту. Да, я понял. Да как это? Почему было не сделать там сейв? Хотя на изи, наверное, там он есть. И либо на изи там есть платформочки дополнительные. Такие няшные, розовые. Подожди, ты говоришь... Понятно, у нас двойной прыжок есть, так и так. Как я через прыгаю? Стоп, так тут же легко. Я забыл, что тут двойной... Если ты говоришь, пружина дает двойной прыжок, чё ж ты сразу не сказал? Ой, лол, я мучился.
Нет, я понял, что на изи. Ну, почти. Не хочет. Да, я не понимаю, как пружина отталкивает с бешеной скоростью. Каким образом я пролечу эти шипы? Здесь точно никакой хитрости нет? Мне нужно просто настолько размикрить? Что-то я пока не понял, честно. Да я спокоен, лол. Нет, это подстава какая-то, ты потом скажешь, что затравлено. Да ладно, правда, что? Мне эта музычка уже раздражает. А, да, кстати, то, когда я вниз, там слева все-таки упаду, там сразу норм будет, или там опять какой-то тролль будет? А, музыку сменить? Не, я не могу музыку сменить. Ну куда там приземляться? Ну, не, ну конечно можешь не говорить, ну просто, блин. Да что такое-то, лол? Я не понял. Че? Принтскрин? Что принтскрин? Нажимаю принтскрин. Я не понял, а что случилось? Почему я не могу? Ну, это максимально, докуда я пока доходил. Что я нажал? Я нажал резет? F2 нажал. Сейчас, ваше сохранение удалено. Не. No existing online лицензия. Говоришь, бесплатная игра, да? Говорит, нет лицензии. Что я нажал? Лол. Что это? Custom character. Не, уйди. Ой, лол. Чё за жесть? F11 не помогает.
Взял скин, поменял. Да нет, это не размикрить. Что-то я замерз. Секунду. Надо форчику закрыть. Я сломал. Ничего не сломал, просто F11 не работает. Solgrindin DNS.org. Он даже домен не купил. Ох, лол. Бедный, бедный автор. Ачивки зачем? Короче, ничего не работает. Ну, сразу говорю, стрим сегодня закончится именно на этом моменте. Вообще никакого стрима нету, я так включил дождикухи. Зачем на больше? А как выбрать-то? У меня геймпадом не выбирается, только мышкой что ли? Да нифига себе, ты мне сбросил сохранение. А что, больше легче, да, что ли, проходить? Это же вроде только скин меняет. О, это же почти было. Да ладно, я думал, там невозможно. Я просто настолько не ожидал, что не включил второй прыжок. Ночью держи слева. Плохой совет. Слева шип. А, это между при падении? Ок. Где получилось-то, лол? Чё ты гонишь? Не понял, что? Да ладно, целый стрим. А, я проверил тучку случайно. Тучка классная. Правда, что-то она, по-моему, в депресснике, у нее рожа недовольная. А какие у тебя были эмоции, когда ты прошел этот момент? Ну хотя я представляю, ты говоришь, а, изич. It's
Я вот что-то не верю, что на что это интересно смотреть. Ну, я понял. Сложно же признать, что тебе это нелегко удалось. Мне нормально признавать такое. Мне вообще эта игра не дается. Тучкой то приятней. А ты про босса этого? Не, босс, кстати, нормальный вообще. Оказался вообще несложно, как ни странно. Видишь, даже я прошел его, ну сколько на нем смертей, ну меньше 100 потратил. А, почти же, ну. Ну, тучку испробовал. Честно, пора уже проходить этот момент. Что-то меня уже надоедает. Весь больше 40 минут? Не верю. Ну только если с этими, ну ты имеешь в виду смонтированная запись, то тогда да, может быть. Да что, перестало получаться даже туда залететь. Наверное, уже подустал. Да как нет, ну знаешь, мне кажется, даже если человек, ну там, не знаю, год будет тренироваться, все равно слишком человеческий фактор всегда, это, знаешь, ошибки совершать. Не знаю, 40 минут очень мало. Ну правда, я еще, даже я не представляю масштабы игры, но пройти за 40 минут даже вот до этого момента уже, мне кажется, довольно тяжело от начала игры. Хотя реализуемо, да, я не спорю. Но до конца игры, а там вроде говорят, что 11 миров, что ли, или сколько-то. Не, ну хорошо, может он хорошо играет, но что-то мне все равно слабо верится, что 40 минут. Если бы он на стрим прошел за 40 минуты, я бы поверил. Не, нетипичный. Нетипичный, ты что, за 42 минуты это уже ненормальный человек. Знаешь, есть прохождение мегаменов, опять же, не смонтированные, без урона, без единого урона. И Зельды второй.
Вот там примерно такие же, видимо, люди. Но все равно, это все-таки нормальные игры, понимаешь? Это нормальные игры, а Боши это другое. Хм. Ну не знаю, ну может быть, ну. Ну, печально тогда. Да что это? Спидран на рэпе? Потрачен человек. Да что я делаю? У меня вопрос, создатель игры приходил ее на Rapid Mode? Вообще, мне кажется, нет, да, людей, которые вообще прошли игру на Rapid Mode? То есть не факт, что если режим есть, не знаю, что его кто-то прошел. Да ладно, есть доказанные случаи прохождения на Rapid Mode. Да что ж ты делаешь-то? Ну? Ну первый, знаешь, в принципе, первый можно. Ну, очень сложно, но можно. Потому что я в последний раз, когда проходил, вроде бы там чуть больше 100 смертей. А, нет. 200 смертей, что ли, угробил. Ну, типа, да, я знаю, что 200 это не ноль, но... Нет, так там же перед боссом сейф. Вполне, а почему нет? Я же не говорю, я могу. Ну просто сам босс-то сложнее не становится, просто нужно в два раза больше фаз пройти, столько же нанося урона, вот и все. Приноровиться, если то... Опять же, я не говорю, что я смогу. Ну вообще, в принципе, да? Ты же говоришь, это изи босс, ну чё ж ты удивляешься, 200 хп. Ой, лучше бы я в покемонов играл. Ну, с турбокнопкой немножко полегче, как бы не надо нажимать много раз. Но... Оно все равно выстреливает по 5, но...
Например, вот я на планшете без, ну, не в изи режиме вообще бы не смог, ну, потому что там тормозит все. Ну, знаешь, все равно нужно от атак уворачиваться. Я там это Китти далеко не с первого раза прошел. Но правда там опять же тормоза, говорю. Тормоза там нормальные. Когда лазером выстреливает, вообще там падает до... чуть ли не до нуля. Фух, я не знаю. Все. Приехали. Да, я знаю, что до круговых можно завалить. Я, ну, по-моему, так и сделал. А, нет, вру. Наоборот, я на кругале, на вот этих вот волнах убивал. Но это мне ничего не давало, потому что эти волны меня потом добивали. А вот после волн добивал. Там норм. Меня немного смущает то, что я даже не всегда допрыгиваю до туда. И из-за этого я очень много теряю потенциальных возможностей. Не знаю, не согласен. Я же не видел, что дальше еще. Да у тебя все изи. Нет, Марио не изич. Ты врешь. Еще кнопку случайно нажал, резет. Ну ладно, хоть после смерти, так что не обидно. Главное, чтобы кнопку не нажать случайно при удачной попытке. На боссе сделал. Фу, да ладно. А? Fuck yeah. Ну видишь, я отдельный стрим не делал. Это что, проваливается? Классно. Да что такое-то, лол? Ой, а я думал там секретка какая-нибудь.
Так. King DDD's Auditions. А. Король ДДД. Аудиенцию типа там можно получить. Так, стоп. А что я сейчас вижу перед собой? Лол. Да пипец какой-то. Ну внизу, наверное, секретка. Лола, как это пройти? А, как-то так, ну я понял. Да что я делаю-то, ну? На вторую, что ли, надо точку упасть? И в чем же я угадал? Чё-то я не верю, чтоб я что-то угадал. Да что-то я делал. Ну я слева островок я вижу, но просто не получается пока. Что долго секретка, я думал зайти и все. Вот так не больно-то нужна. О боже, как это пройти? Да ну! Что? Как? А чё так легко? Ты не туда. Тут что ты делаешь-то, ну? Ага. Второй раз уже так не получилось, ловко. Где там нелегко? А, типа, это еще не самое сложное, что я вижу. На этом пути. А что, смотри, он опускается, и я прыгаю туда за секреткой. Все, никаких подстав не вижу пока. Ты... Ну, если ты говоришь, самое сложное было, значит там какая-то подстава. У меня проблема попасть в лифт.
Да чё? Да перепрыгни уже ты, ну. Быстрее прохожу, чем первый, ну да. Хотя не, мне кажется, я первый быстрее прошел. Я первый прошел до босса за 500 где-то смертей примерно. За что? Так. Да что ты делаешь? Зали видео куда? На YouTube? Никогда. Это, я тогда только номер не заливаю. Ну, у меня как бы стримы идут по номерам. Первый, второй, третий и так далее. А такие, которые нормальные, с комментариями, плеер онлайн ставлю и так далее. А это так, я балуюсь, просто сижу, я такие не заливаю. Да что... Поэтому я и паузы делаю, потому что, ну, как бы... Что? А, там такой тоненький проход, что ли? Хантинг, ну что-то мне уже расхотелось, если честно, это брать. Уж лучше босса попробовал пройти. Вообще, к чему эти секретки? Ой, лол. Сто лет бы без них жил. Это же даже не ачивка. Что мне будет от того, что я ее возьму? Ну то есть это даже нигде записано не будет. Игру переустановлю, этой ачивки так называемой нет. Какие-то бонусы к игре мне тоже не дадут, ну то есть мне как-то там проще не станет проходить. Тора, ты сюда дошел в первый стрим? Ну, до тех, скажем, пружин. Короче, хорош, я думаю. Пойду босса бить. А, там.
А как я так быстро-то, ну? Понятно. И что мне это дало? А как это допрыгнуто, а? А, так? О, я понял, как это допрыгнул. This way. Ну ладно, пошли туда. Стоп, кто? Кто сказал, что босс? Что? 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 Стой. Я завис. Как это пройти? Опять Кирби? Я не понимаю, как это пройти, даже если бы не крутилось это все. Молча? Не, молча на стриме не принято. Куда там прыгать-то? Ооо, что-то вообще не пойму. It's Bashi time.
It's bashy time.
It's Bashy time. It's Bashy time.